Здравствуйте, мои дорогие друзья! А в первую очередь мне сегодня хочется обратиться к девочкам, именно к девочкам, и маленьким, и юным, и молодым, и взрослым, и совершенно взрослым. Всех, кого я знаю по жизни. Вот поверьте мне, каждая из вас, с которой я знакома и в реальной жизни, и в интернете, и кто для меня очень близкий. Но хочу вам сказать, кто однажды вошел в мое сердце, он остается в нем навсегда. Я никогда ни о ком не забываю. Мне просто невозможно перечислить каждую из вас по имени. На это уйдет слишком много времени. В этот весенний день, мои дорогие девочки, мне хочется пожелать вам всего самого наилучшего. Вы прекрасны, вы очаровательны, вы симпатичны. Вы миловидны. Вот каждая из вас имеет свою изюминку, свою прелесть, свою неповторимость. Оставайтесь всегда такими. Пусть с вами будут рядом мужчины, те, которые для вас опора и поддержка. Пусть они радуют вас. И ваши папы, и ваши братья, и ваши мужья, и ваши парни. Вот чтобы жизнь эта радовала вас, понимаете? Получайте от жизни удовольствие, радость, счастье. Цените каждое мгновение. Вот протяните к солнышку свои ладошки, и поверьте, оно ласковыми лучиками согреет вас, обогреет. Ведь в жизни так хочется тепла, и каждый из нас хочется быть счастливой, хочется летать, порхать, радоваться, улыбаться. Пусть в вашей жизни как можно меньше будет горести и печалей. Пусть мирное небо, бескрайнее, голубое, всегда будет над вашей головой. Пусть все самое лучшее случается в вашей жизни. Пусть много-много у вас будет счастливых весен, радостных, задорных, ярких, красочных, вот чтобы душа пела, как с весною ласточка прилетевшая вот поет, вот чтобы и у вас в душе всегда пела душа и было хорошее настроение. Всего вам самого доброго, чтобы жизнь всегда вас радовала. От всей души я вас поздравляю, мои девочки, мои подружечки, мои дорогие и любимые, мои родные девочки, мои, не знаю, ну невозможно вас всех перечислить, мои землячки, девочки, с которыми я сейчас познакомилась на YouTube. Все-все-все, дорогие моему сердцу. Вот, понимаете, в жизни так случается, что человек притягивается, его чувствуешь. И вот, ну, каждая, с кем я общаюсь, возможно, мне так кажется. Но, скорее всего, что нет, не кажется. Я все равно чувствую человека. И каждая из вас, с кем я общаюсь по жизни, дарит мне положительные эмоции, несет позитив,
несет радость. Мне приятно с вами общаться. Я каждой из вас благодарна, что вы есть у меня. Мне с вами легко и просто, с теми, с кем я общаюсь. Вы, пожалуйста, на меня не обижайтесь, что я не отвечаю кому-то на открыточку, на поздравление. Поверьте, я просто не успеваю. Но вот эти мои слова, которые я вам сейчас говорю, они направлены каждой из вас. Каждой я из вас отношусь с любовью. И каждой, и о каждой помню, и каждой желаю счастья, мира и добра, и любви. Послушайте это мое поздравление и поверьте, что ни о ком из вас я не забыла. Это большое счастье, что вы у меня есть, и что я с вами иду по жизни. Всем-всем я желаю самых счастливых весен, и пусть их будет много, и чтобы каждая из вас была счастлива и этой весной, и всегда. Живите, любите, радуйтесь. Всего вам самого доброго. Очень хочется мне также сказать вам, что подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии.